Добрый вечер, ребята. Всем добрый вечер. Привет, енотыч. Здравствуй, Коксик. А где Зубок? Эх, енотыч, такая рыбалка у нас была интересная. Зубок еще на пруду возится, а я тебе похвастаться пришел. Что, много рыбы поймали? Еще бы. Я как удочку-то забросил, так сразу клюнула. Сразу? Конечно, ну представь, сидим мы с Зубком на берегу. Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая. Коксик, ты потише разговаривай, а то всю рыбу распугаешь. Я рыбу, да она сейчас как миленькая на мою удочку попадется. Рыбалка для меня любимей нет занятий. В пруду могу поймать леща и пескаря, и даже рыбу-кит со дна готов поднять. Я отличным рыбаком, зовут меня не зря. Коксик, что ты поешь? Разве тебя уже зовут отличным рыбаком, а? Ну, не зовут, так будут звать. Вот смотри, отличным, потому что я отличаюсь от всех. И вот она, рыбка моя. Опа! Ой. Вот видел. А ты говорил, я самый лучший рыболов в Шишкином лесу. Поздравляю, поздравляю, Коксик. Только не кричи, пожалуйста, а то мы больше ничего не поймаем. А ведь обещали енотычу много рыбы наловить. Да еще как поймаем! Угу, все понятно. А потом ты, значит, еще ловить стал. Да нет, енотыч, разве можно рыбаку на месте усидеть? Я пошел по лесу прогуляться. О, сорока, все летаешь? Да, летаю. Пустым делом занимаешься, то и дело я. С утра вон рыбу наловил, теперь я по лесу прогуливаюсь. Большую рыбу поймал? Ага, вот такую. Ха. Молодец, Коксик, настоящий рыбак. Ну, конечно. Эй, звери лесные, вам бы все суетиться. А я в это время спокойно рыбки наловил, на пруду посидел с удочкой, раз, и вот такую рыбу поймал. Да что я говорю? Вот такую! И даже нет, вот как от меня, он до того дерева. Я отличный рыбак! Так-так-так! Очень рыбку люблю! Лю-лю-лю-лю-лю-лю! Удивляется народ. И кто так весело идет? Кто еночу на кухню рыбы больше всех несет? Ты знаешь, енотыч, как были все рады за меня. И Бельчата, и дяденька Дятел, и Медвежонок. Ну, в общем, все, кого я в лесу встретил. А Зубок? А что Зубок? Он остался вон на пруду рыбу ловить. Чудак, да? Ой, волнуюсь я. Вечер уже. Ой, ну ладно, показывай свой улов. Ну, он тут вот в ведерке... Да что на него смотреть? Улов и улов. Ой, извините, что я так поздно. Еле-еле донес. Ух. Что, много рыбы наловил? Да немного совсем, вот. Хорошо потрудился, да. Ну, а теперь ты, Коксик, показывай. Ой. Ну и что, что маленькое? Ну я же... Вот как получилось. Ты весь день прохвастался, а Зубок в это время настоящим уловом занимался. Кто-то дела делает, а кто-то о них всем рассказывает, да. Да, Зубок, какой ты молодец. А мне так стыдно. Я больше так не буду и перед всеми извинюсь. Может, это потому, что я рыбачить не умею. Да, Коксик! Не расстраивайся, я тебя научу. Давай завтра. Давай. Конечно, конечно, завтра. А сегодня уж пора ужинать и ко сну готовиться. А я после ужина тарелки перемою все-все. А то мне очень стыдно, я же ничего полезного-то не сделал сегодня. Только хвастался. Договорились. Ну, давайте прощаться с ребятами. И до свидания, ребята. До завтра. Всего вам самого доброго, мальчики и девочки. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес.
слишком в постели, тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья.